Ну чё ты ноешь, блин, заколебал уже, засранец хренов. Блин, реально заколебал. Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Jurassic World, и мы с вами продолжаем. И у нас, у меня была, по крайней мере, перед записью, большущая прямо, огромнейшая проблема. Этот дебил каритозавр, скажем так, он мне уже пару заборов здесь помял, сломал и полностью, короче, выбрался отсюда. То есть не выбрался, я уже, то есть как бы выбрался, но я перезапускал игру, потому что я никак не успевал за ним. А выбирался он. Почему? Сейчас я вам скажу, друзья. Потому что у него популяция маленькая была, то есть и общительность маленькое количество. То есть он не общался, и он от этого страдал. Поэтому я ему сделал вот такого вот братика. Или сестренку, я не знаю, это сестра или брат? Кто скажет вообще, это парень, девушка? Вообще, как у них вообще такие нюансы выявляются? Я могу узнать? Или он и то, и то? Да, ну неважно, друзья мои, я сейчас, короче, сделаю ему пару, и ему больше вроде бы как не скучно. И нормально себя чувствует. У нас это, напоминаю вам, это у нас второй остров. Мы открыли, конечно же, второй остров, и здесь люди очень рады. Но здесь мало чего есть посмотреть. Здесь у нас, если вы не забыли, есть вот такой вот один остров, загончик. Потом есть еще один вот такой вот загончик, чтобы вы понимали, так сделаем вот так вот, да? Один загон, второй загон, и я построил еще один загон, но здесь нету тока. Ой, я уже это... устал говорить, как говорится, да? Так, что там у нас? И мне нужен здесь... нужно провести электричество. Где у нас вообще электричество? Сейчас, погоди. Центр окаменелости? Нет. Не центр... О, у нас приехала эта экспедиция. Давайте посмотрим, что с экспедицией у нас. Не, не то. Экспедиция. Что же нам принесла экспедиция? Ага, вот она что принесла, да? Дилофазавр. Мы можем извлечь ДНК дилофазавра. Хорошо, изучаем ДНК дилофазавра. Экспедицию, наверное, отправим дальше. Пусть она изучает дальше. Если я не ошибаюсь, мне нужно немноженько улучшить... сейчас скажу. Велоцираптора. Да, все правильно. Отправляем, короче, на поиски ДНК, не ДНК, а образцов рапторов. Ну, а я сейчас займусь кое-чем другим. Что у нас со станциями? Сколько энергии у нас есть? Повреждений нет. Неиспользуемая энергия 50, аж 50 штук. Значит, я могу сейчас себе, как говорится, позволить провести вот сюда электроэнергию. Сейчас мы быстренько ее проведем. А где у нас вообще как бы есть энергия, где ее нет? Здесь, короче, будут ворота. Требуется пополнить кормушку. Да, сейчас пополним. Это как бы не проблемка, вообще не проблемка. С этим проблем у нас не может быть. Вот так вот, делаем, короче, вот это вот дело здесь. И соединяем вот это вот. Вот таким вот образом. Все, энергия здесь появилась. Штормовая станция засекла... О, тропическая буря. Секунду. Убежище. Перейти в убежище, открыть все убежища. Давай. Активирован сигнал тревоги. Comune vida de precauzioni, бежите все вовнутрь, бежите, 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 бегите, блин, бежите. Вот, сейчас на китайском или на японском говорят, отлично. Тревога у нас, короче, буря сейчас будет. А, там еще пополнить надо, штормовое предупреждение. Эти шторма могут успокоить динозавров. Да? На уровне инстинктов. Угу. А вот меня шторм здорово нервирует. Да, что так? А почему? Потому что сейчас у нас все будет ломаться. А где у нас кормушки? Погоди. Кормушечка. Команда рейнджеров. Добавить задачу. Где у нас что с кормушкой? Где? 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 Кормушкин. Кормушкин? Ага, вот здесь кормушка, понял. Команда рейнджеров. Я понимаю, что шторм или не шторм. Да без разницы. Сейчас я сам, короче, возьму команду рейнджеров. Управляю. Меня сносит ветер? Нихера себе. Нормально. Сейчас исправим. Кормушечка, там динозавров. Как бы это, у них нет еды. Ой-ой-ой, меня сносит, реально сносит, погоди. Я рулил, и он что-то не рулил. Давай. Пополнить, отлично. Так-с, мальчики, мальчики. Кстати, я вот штормовое предупреждение включил, а у нас люди еще в этом есть. Нихера себе звуки. Че у вас, как там? Нормально все? Нормально. Сейчас пойдем, короче, пополнять пару кормушку вторую. Давай, давай, давай. Да, его чуток немножко это сносит. Где повреждено? Тихо, 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 тихо. Где повреждено? Где? Где повреждено? Секундочку.
Ага, вот оно, как это вот дело повреждено. Сейчас мы быстренько... где машинка? Не-не, ты уезжай, короче, добавить задачу. Давайте я задачу дам, чтобы они отремонтировали. Все, буря заканчивается. Круто. Закрыть убежище. Да, все у нас в порядке. Только одно здание повреждено. Это есть круто. Окаменелости. Давайте посмотрим, что у нас привезли. Что нам привезли? На 100 тысяч можно продать осмей. Дальше. Окаменелости птиц. Мы поступили умно, взяв этот контракт. Вы это доказали. Спасибо. Велоцираптор, понятно. Велоцираптор, понятно. Вот награда за вашу прекрасную работу на Исла-Муэрта. А что дали? Что там с наградой было? Погоди. Это у нас информация, понятно. Хорошо, отправляем дальше их изучать что-нибудь другое. Давайте ради интереса откроем еще одну точку. Она у нас желтенькая, значит мы ее еще не открывали. У нас тут есть чунгингозавр, есть хуянозавр, есть, то есть хуаянозавр и дилофозавр. Посмотрим, что смогут наши ребятки найти. Так, что у нас по энергии? Я сейчас добавил как бы здесь энергию, да, то есть один столбик. И 13 неиспользуемой энергии. Давайте засунем все-таки раптора вот сюда. Нам нужен раптор. Значит, строим, быстренько строим вот эту вот лабораторию. Вот. Я могу или не могу? Че, я не могу? Серьезно, не могу? Че-то как-то не весело, что я не могу. В смысле? Какие помехи присутствуют? Вы чё? Чё такое? Этот контракт мне нравится. И вам понравится. Нихера себе. Проследите, чтобы плотоядные динозавры убили не более 3 человек за 4 минуты? Это что за контракт такой? Не менее... То есть не более 3 человек за 4 минуты. Не, ну это... Я, наверное, откажусь. Ух ты! Да. Если бы меня было легко удивить, вам бы это удалось. Конечно, конечно. Я, наверное, воздержусь от такого контакта. Мне такие контакты не нужны. Прикалывается он еще, блин. Вот здесь уже как бы помех не... Давай, давай меня строить. Вот так вот. Да это твою мать, давай. Вот так вот. Отлично, потратили до хера денег. Очень много денег потратили. Давайте подождем, пока построится. Дальше. И у нас есть еще одна проблемка. Мне нужно у нас задание. Насчет... вот смотрите. Удерживать рейтинг здания на 4,5 звезд. Что-то там это вот. За несколько минут или что там было. И мне нужно поднять рейтинг здания. У меня сейчас 3,5. Ну, почти 4 звезды, да. И маленький рейтинг у нас у шопинга. То есть нужен шопинг людям. Вот реально шопинга нет. И нету отелей. Число гостей у меня 556. Мне нужны отели. Давайте замутим какой-нибудь отельчик. Отельчик. Это у нас будет инфраструктура. Не то вот здесь. Отель. Гостиница. И шопинг. Сейчас будет у вас и гостиница, и шопинг. Кстати, не. Чё? Дорога не присоединена. Отель очень дорого стоит. Мне сейчас уже важнее намного. Намного важнее замутить. Инкубатор не работает? Не только что ли? Требуется присоединение. А, присоединение к дороге. Это все понятно, понятненько. Ну, видишь, как бы паузу сделал немножко, не играл, и все. Забываешь, как играть нужно. Че тут только у нас тут это? Присутствуют помехи. Игра, не прикалывайся. Давай, 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 работай, работай. Игрулька. Какие гребаные помехи? Да, я понял, в чем проблема. Я понял, дорогу-то не здесь нужно завести, блин. Ёкаламене, блин. Перевернуть ее надо. Она стоит не тудом, не тем концом, блин, не тудом, блин. Не тем концом, который нужен, блин. А тебя повернуть сейчас и переместить вообще никак, да? Увы и ах, деактивация, пустая ячейка. Все, что хочешь, но не то, чего нам, как говорится, нужно, господа. Да... А есть такое дело, есть. Сейчас придумаем, что с ней сделать. То есть с ним, со зданием. А что тут сделаешь? Поломаем и все, короче. Все, давай ломаем. 287 тысяч нам возвращают. Но потратили мы, конечно же, немножко денег на это по-любому. Так что делаем еще одно такое вот здание. Но нужно уже, блин, развернуть так, чтобы... Что, а как тебя развернуть? На R? Повернуть, ага, понятно. Во. Вот как тебя надо ставить, блин. Че это вот?
Не подумал об этом. Там, короче, дорога мешает. Я понял, что там мешает. А здесь она что-то не поворачивается. Не поворачивается, как нам нужно. Еле-еле зацепил вот эту вот позицию. Мне пришлось вот здесь вырезать. Вот в этом вот месте. Вырезать забор. Ну, я хочу вот здесь поставить. А по-другому у нас не получается. Знаете почему? Потому что у нас вот здесь окончание этого... окончание территории, и здесь как бы у меня планы другие. Но ничего страшного. Самое главное, что у нас все получилось. Давайте сейчас попробуем замутить сюда вот дорогу, если она каким-то образом здесь залезет. Но это только для рабочих. Вы не забывайте, что эти вот дороги только для рабочих. Ну, здесь, по крайней мере, будут ходить только рабочие. Вот в такой вот, грубо говоря, дыре. А динозавры выходить будут вот сюда. Хорошо, у меня есть деньги сейчас уже на... отель, вроде бы. Я могу сейчас и отель сделать. Есть новый контракт. Да. Я хочу, чтобы вы над ним подумали. Плотоядного динозавра, да, запросто? Окаменелости плотоядного динозавра. Сейчас плотоядного, сейчас карта экспедиции. Посмотрим, кто у нас тут у нас плотоядный. Велоцираптор. Вот вам, плотоядный. Экспедиция пошла. Здесь у нас вроде бы еще не готово. Ждем, чтобы было готово, и запустим раптора. Все. У нас готово, смотрите. Но у нас нет энергии, да? Или есть энергия? Нет, энергии есть. Все у нас здесь нормально. Велоцираптор. Стоит 591 тысяча. Модифицированный геном нам вроде бы... вроде не нужен, вроде, да? Атака, защита. Хорошо, выводим. Сейчас посмотрим. И сразу же ему парочку. Давайте вывести еще одного. Парочка ему нужна по-любому, потому что, мне кажется, у него будут проблемы, если он будет жить один. Вывести, опять же, надеюсь... выйдут два красавца. Смотрим по окаменелостям. Что у нас нашли? Это у нас первая экспедиция окаменелости. Цинета, короче, можно продать. Это у нас дилофазавра. Можно извлечь ДНК. Здесь то же самое, дилофазавра. И вроде бы как... ну, ждем раптора. Смотрите, сколько у нас прибыли сейчас. У нас 53 тысячи... 54 тысячи уже прибыли в минуту. И сразу же, как появятся... два раптора, или хотя бы один раптор, мне кажется, это прибыль. Тем более от двух рапторов, мне кажется, эта прибыль удвоится. Будет как минимум 100 тысяч долларов в минуту. И это есть очень-очень круто. Что у нас там по этим, по подаркам? Магазин подарков, действует информация. Постоянно могу поднять цены? Продать за 205. О, как у нас мало всего, блин. Доходы гостей вмещают 240, а у нас заходят туда только 45. Значит, это есть плохо. А если цену убавить... а, заходят сейчас гостей 45. А если продавать всякую хрень? Ага. 45 гостей, 49 гостей, но денег-то меньше. Я выдумал вот так вот. 11 долларов будет идеально. Продадим все это вот за 11 долларов. Подарки, всякая такая вот хрень. Мертвый динозавр, это есть плохо. Это есть очень плохо. У нас, знаете, чего нет? У нас нет... блин, это реально плохо. Закаменелости плотоядных. Мы замутили задание, это очень круто. Умер от старости, это есть херово, по идее. Струтиамим. Что я могу сказать? Блин. Вы хорошо поработали. А второй струтиамим? А, у него с общительностью нормально, то есть можешь жить и без напарника. Хорошо, но мне нужно здание Оса. Что такое? У меня для вас есть заманчивое предложение. Только в этот раз все может быть не так просто. Выведите, выпустите и поместите в совместный загон. Но ведь иногда приходится браться и за грязную работу. Верно? Так, задание номер два. Выведите, выпустите, поместите в совместный загон дилофазавра и велоцираптора. Короче, дила и раптора вывести в одном загоне. Окей, а при чем тут остров новый? Нам открыт новый остров или я что-то не понимаю? Вижу, вы приняли вызов. Хорошо. Это задание проверит ваши навыки и силу воли. Нет. Мы создадим ситуацию, в которой динозаврам придется посоперничать. Угу. Войти в столкновение. Да. Как в дикой природе. Конечно. Выживет сильнейший. Да запросто. Значит, мне нужно узнавать... так давайте мы выпускаем этого раптора. Шаг первый. Построить или модифицировать загон так, чтобы он пережил драку динозавров. Угу. Вам нужно вывести... вырастить и разместить динозавров в этом загоне. А не кажется ли вам, что мы выходим за рамки дозволенного? Да ну. Стравливать между собой динозавров? Использовать их первобытные инстинкты охотников и убийц как испытательную площадку? И для чего, кстати?
Для денег, для славы и для всего. Велоцираптор, хорошо. Изучаем, экспедицию отправляем дальше. Нам нужен вспышка болезни. Ёлки зеленые, блин. 90 тысяч, у меня вспышка болезни, это есть очень плохо. Знаете почему? Потому что у нас... А, с этим же справятся этот, рейнджеры. Да, с этим рейнджеры справятся. Так, с командой рейнджеров. Добавить задачу. Кто тут болен? Ты болен? Для лечения требуется исследование бактерии лампилобактер. Кампилобактер? Ё-моё, блин. В смысле кампилобактер, блин? Сейчас найдем, где это изучить. Так, лекарственные препараты. Это? Да. Изучаем. Менее одной минуты. Но за это время у меня может, по идее, уже как бы сдохнуть пару динозавров. Или как минимум они могут... они могут у нас заболеть. Давайте пока что подведем джип поближе, чтобы сразу, как мы выучили эту вот, ну, бактерию там, болезнь, сразу же смогли вылечить всех. Уже два больных, да? Вот дерьмо, а. Тихо. Только не умирай, главное, там ворота закрылись. Так, ему не нравится, что мы здесь. Ждем, пока у нас лечение возможно будет. Исследование завершено. Это есть очень круто. Управлять транспортом берем, конечно же, винтовочку. Где ты болен? Актив в зоне досягаемости. Конечно. Контакт установлен. Да ну, все. Следующий. Че, больных больше нет? Еще один есть, должен быть еще один. Вижу. Ты у нас болен? А, он болен. Этот болен, да? Давай. Блин, убегает говно. Докладывают о новом актив. Ай, мимо. Попаду так? Не, сейчас. Блин. Есть попадание. И еще раз. Попадание, все, лечение, короче. Завершено. А в смысле, кто еще у меня болен, блин? Третий какой-то. Блин, они все по кругу сейчас заболеют. Ты что ли? Этот. Стоямба. Актив в зоне досягаемости. Не убегать, в хвост, отлично. Попадание два раза даже не надо даже. Они как бы вроде бы вылечиваются. Задание выполнено. С одного этого раза. Хорошо. Болезни у нас нет, все у нас отлично. Все, выпускаем, короче, этого дилофазавра. Есть. То есть не дилофазавра, а раптора. Наконец-то. Первый хищник. И первый раптор в истории этого парка. Да вообще в моей истории. Красавчик. Красавчик. Вообще красавец. Блин, охеренно, да? Ага, общительность ему нужна. Все-таки ему нужен друг. Да. Чтобы у него ни проблем, короче, не было, мы выпускаем еще одного. Выпустить динозавра. Давай. Посмотрим. Так, этот пока выйдет. Давайте посмотрим, что у нас делает этот засранец. У него загон очень большой. Задание отдела безопасности. Так, общительно сейчас у него поднимется. Вроде бы как уже поднялась, да? Че ты дергаешься? Он мясоед. Чистый мясоед. Он любит только мясо. Блин, какие они красивые все-таки. Друг твой, да? Драться не будут? Ну, рапторы вроде бы как бы общаются вроде, да? Смотри как. Нормально. Нормально общаются, круто, очень круто. Крутые динозаврики у нас. Что у них? Нормально все? Пока что вроде нормально, да? Общительность. Ну, можно еще одного вроде бы как выпустить. Но у нас есть задание. У нас есть задание. Вот смотрите, у нас деньги поднялись. Не до 100 тысяч, но все-таки поднялась сумма. По заданию надо выпустить еще дилофазавра. Я могу уже вывести дилофазавра? Давайте посмотрим. Дилофазавра. Дилофазавра у нас еще нет. Это можно продать. Вот это вот можно изучить. И у нас как раз появится возможность выпустить дилофазавра. Экспедицию отправляем дальше. Пусть еще дальше. Опять же, будем улучшать дилофазавра пока что. Так, велоцираптора нет. Так, где у нас дилофазавр был? Вот он. Будем улучшать качество ДНК дилофазавра. Ну и тем временем мы сможем сейчас сделать с вами отель. Уже вроде бы деньги есть. Нет, 750 нужно. Новый жизнеспособный ген, дилофазавр. Мы его открыли. Уже можем его создавать, но... К
кстати, а зачем сейчас делать отель, если я могу сделать дилофазавра, и нам дадут деньги? Нам дадут же за это задание 1 000 000 с чем-то долларов. Не буду тратить сейчас на отель. Пока что отелик подождет. Давайте мы выведем дилофазаврика. И еще можно дракорекса с модификацией выпустить. Но это важнее. Давайте выведем дилофазавра. Он слабенький, 50%. Это очень мало. Может, подожду немножко. Немножко поднять ему геном. Да, подождем. Не воспринимайте это как лишнюю работу. Смотрите на это как на лишние деньги. И опыт. Так, извлечите новую ДНК в центре каменелости и получите минимум 50% генома динозавра. Да как-то это... Забираем, забираем. Каждый день веселее предыдущего. Таков мой девиз. Так да. Что тут настоящая жара начнется, когда вы получите этот геном. Конечно. Знать бы еще, что это такое. Конечно, конечно, конечно. Все, друзья мои, мы сейчас уже можем вроде бы как выпустить дилофазавра. Не выпустить, короче, создать его. Геномы у нас хорошо изучились. Давайте выведем, конечно же, одного дилофазавра. Сделаем вот так. 400 тысяч, ё-моё, блин. Делаем и еще одного. Пусть будет еще один дилофазавр. Пусть у нас, короче, они немножко подерутся. Денег у нас сейчас вообще как бы ноль. Но подождем, пока они выведутся и будут драться. Задание у нас такое. Вы выведите, выпустите и поместите в совместный загон дила и велоцираптора. Мы это и делаем. Ай-яй-яй-яй-яй, один дело у нас отбраковался, ё-моё, 400 тысяч пошли к хренам собачьим. Жесть. Ну, хотя бы один. Я же забыл, можно улучшать эти вот здания, давайте мы улучшим. Так, пустая ячейка, вот это вот здание можно улучшать. Скорость инкубации нам не нужна, нам нужен шанс на успех. Стоит 20 тысяч, давайте сделаем. Еще один шанс на успех. Опять же, купить 20 тысяч. Нет электроэнергии, твою же налево, а? Чего у нас тут с энергией? Погоди. Блин, от отключения защита есть. И здесь защита от отключения. Мне опять, блин, электростанция нужна, что ли? А где энергии нет? Угу, в одной части забора, понятно. Нужна одна станция, друзья мои. Одна станция стоит немало. 500 тысяч, охренеть. Будем надеяться, что эту часть забора никто ломать не будет. Вот этот вот говнюк не будет ломать. Будем просто-напросто надеяться. Лампочка тут горит. Тут горит. А здесь лампочки не горят. Херово. Но мне кажется, для таких маленьких рапторов это вот не здание, а загон этот очень большой. Прям чересчур прям большой. Ну, мы сюда как бы засунули других. А, у них еды нет, ё-моё, воды нет, твою же налево, секунду. Вообще здоровье, все на ноль, короче, все на ноль. Я забыл, ёкало мене. Такс. От жажды, вода ему нужна, да? На тебе воду, на. Водичка. Деревья убираем. Полностью. Здесь они не нужны. И водички еще немножко вот... Куда тебе? Давай, чтобы ты этот забор не трогал. Эти вот здесь вот засуну вот немножко водички. Вот так вот можно? Да? Вода там, вода тут, короче, будете пить, маленькие мои. Есть водичка. Все, от жажды, короче, вы умирать сейчас не будете уже. Смотри. Да, сейчас им надо эту вот кормушечку. Кормушечку нужно. Инфраструктура вот сюда вот. Кормушка. Да не то, блин. Погоди, денег у меня есть? А чем они кушают? Живая еда им нужна или нет? Information. Интересно, они не любят, когда поблизости слишком много динозавров других видов. Это плохо. Питается мясом любого происхождения. Ой. Хорошо. Любого происхождения. Это стоит 200 тысяч. Это 250. Кормушка живой. Давай сделаем так. Кормушку обычную поставим сначала. Где-нибудь вот здесь, где у них будет этот, ну, хрень, которую люди, ну, куда люди приходят смотреть. Вот, вот так вот. Вот кормушечка вам. Хопля, есть. Но если мне нравятся другие динозавры другого вида, это очень плохо, это есть очень плохо. И еще одну кормушку я бы поставил. Смотри, как бежит на еду, ё-моё, какой он быстрый. А второй где? Охренеть, он сейчас дохнет, блин, мне кажется, нет? Умирает от голода.
Ну, нормально, здоровье пока что нормально у них. Но бежит, как ненормальный к еде. Голодающий раптор. А вот так вот они и кушают. Да, маленький, да-да-да, я знаю. Голодные, короче, как волки. Ну, здесь уместно сказать голодный, как динозавр, по идее. О, смотри, как у них. Все восполняется. Вода, еда, все отлично. Все, короче, живы и здоровы. Прибыль в минуту. Отлично. А нам нужна энергия. Мне нужны деньги. Деньги, деньги, деньги для... блин, для этого. Плохо. Кстати, я уже могу выпустить динозавра. Смотрите, дилофазавр. Давайте выпускать. Выпускаем нового динозавра. Это полностью новый динозавр. Мы его еще не увидели. И мы его вообще не видели на нашем канале. В этой игре, по крайней мере. Только в арке. Давай, давай. Да, такой хищник. Какой он смешной. Ну, у него шансов как бы нет. Как я понимаю. О, ему мало леса, да? Хм. А лес нормально? И вот тот самый момент настал. Время битвы. Давайте договоримся, что с этого момента мы все будем наготове. Мои люди готовы следить за развитием событий. Давайте. Вы хотели сказать «за бойней». Вы же верите в законы природы, доктор Малкольм. Мы просто воссоздаем их. Нет, мало здоровья у этого. Манипулируете. И да. Неизвестно, к чему приведут ваши действия. Я думал, вам нравится неизведанное, доктор Малкольм. Продолжайте. Блин, вот. Кто кого, кого, кого? Здоровья мало. Тихо. А у тебя сколько здоровья? Эй, до смерти? Сказали до смерти, блин, сражаться. Вы что уходите? А у этого меньше здоровья. У этого, у раптора меньше здоровья, чем у Дила. Так. Раптор, не сдавайся. В смысле? Второй раптор где? Помогай, блин. Охренеть. А я знаю почему, я знаю. Наблюдатели доктора Ву должны изучить победителя. Нужно обеспечить их безопасность. Хорошо, что меня здесь не было. Много крови было, да? Когти, зубы, рев. Все это определенно не для меня. Охренеть, его убили. Погиб в драке. Это понятно, что погиб в драке. Дайте мне этого. Посмотрите, что у него за статы. Здоровья мало. Комфорт 100%. Только не... Блин, его убьют сейчас. Как же много денег мы потеряли сейчас. Ну, хрен с ним, у нас нет просто здания оса. Понятно, все понятно. Его по-любому убьют. Если было бы здание оса, ну, которое там выводит их из загона, то мы бы его вывели. Но, блин. Он должен бы оставаться жив, да? Просрали. Просрали мы момент. Деньги мы просрали. Короче, это здание... Погоди, надо было его застроить. Блин. У меня же сохраняшка есть, погоди. Ну что, друзья мои, все динозавры живы, у нас все отлично. Я перед этим сохранился, потому что ошибочки у нас могут быть всегда. Это все-таки новая игра, и мы ничего такого как бы серьезного о ней не знаем. Но мы можем опять же... не вывести, а мы можем опять же выпустить дилофазавра, чтобы посмотреть... Как сейчас будут все у нас вот эти вот дела решаться? То есть у него сейчас 100% здоровье. Здоровье, да? А, ну он сейчас хихи, ха-ха, что там делает там? Шипит, шумит. И вот он, динозавр. И вот тот самый момент настал. Да. С каким он должен драться? Время битвы. Давай. Давайте договоримся, 100 хп здесь. Что с этого момента мы все будем наготове. Да. Мои люди готовы следить за развитием событий. Вы хотите сказать, уже дерутся. Забойный. Вы же верите в законы природы, доктор Малкольм. У них у всех 100% здоровья сейчас. Нет, вы ими манипулируете. Блин, раптор опять мало здоровья. Я думал, вам нравится неизведанное. Погоди, а если вылечить? Погоди, где машинка? А, команда рейнджеров. Управлять, нет, добавить задачу. Вылечить кого? Вылечить раптора хочу вылечить. Вот так вот, вылечить раптора. Схитрим. Немножко, надеюсь, они успеют доехать. У него здоровье 47.
А у Дила здоровье 24. Кстати, не, Дила сейчас может умереть. Да, Дила. На этот раз умрет Дила. Дилофазавр. Есть. Есть контакт. Да. Вот таким вот образом он и умрет. Е-бой. Отлично. Красавчик, мальчик, вообще красавчик. Отличный парень. Кушайте. Ну, сейчас будет полегче. Мы наблюдаем деньги за противником, чтобы лучше его понять. В смысле? И не сомневайтесь. Динозавр, а, не один динозавр не должен умереть. Информация об их поведении. Ё-моё. А не было ли написано, чтобы они дрались до смерти? Было же написано в задании, чтобы они дрались. Задание это как бы, чтобы они дрались до смерти. Сейчас посмотрим. Вот, друзья, что было написано. Постройте надежный загон, в котором можно разместить динозавров бойцов. Выпустите новых особей и разместите в загоне. Быстро и эффективно устраняйте любые нарушения условий содержания. Задание будет провалено, если динозавр, необходимый для его выполнения, погибнет. То есть, все-таки, если один из этих двух дина умрет, все-таки задание провалено. Блин, а как замутить-то? Блин, они же один хрен убивают себя, друг друга там убивают. Очень странно. Да я вообще по-другому сделаю. Так как у меня центра оса нет, я их не могу там усыпить, не смогу усыпить и так далее. Я возьму, короче, джип с рейнджерами. И буду, погоди, мне сюда. А, тут же у нас ворот нет, да? Да, сейчас сделаем ворота. И буду их лечить, просто-напросто буду их лечить. Все очень-очень прямо проще не бывает. Я буду просто их лечить, друзья мои. Да, вот так вот буду, короче, мутить, крутить. И они у нас 4 минуты как бы. Так, управлять транспортом. Надо куда поехал? Тебе вот сюда вот. 4 минуты надо будет держать как бы их, ну, живыми. То есть, чтобы они не умирали. Я буду их на джипе, их лечить, и все. Экономный вариант. Самый-самый экономный. Тратиться на это не надо будет. И все вопросы будут решены. Попробуем замутить вот такой вот нюанс. Дилофазавр, выходи. Мы это уже видели. Мы это уже видели. Джип, не уезжай. Не уезжай. Ни в коем случае не уезжай. Да, этот пусть пошипит, там что-то там пошурмит. Ветеринарное ружье у нас есть. И вот тот самый момент. Да, уже 100 раз уже это видели. Но тесить надо. Давайте договоримся, что с этого момента мы все будем наготове. Мои люди готовы следить за развитием событий. Да, это я, его вы люди. Вы хотели сказать «за бойней». Вы же верите в законы природы, доктор Малклюм. Мы просто воссоздаем их. Нет, вы ими манипулируете. Да. И да. Неизвестно, к чему приведут ваши действия. У кого там я думал, вам нравится неизведанное, доктор Малклюм. Мало здоровья. Продолжайте. Не удила. Позвольте на завтра задание... Сражаться до смерти, пишут, да? Вот что пишут. Позвольте динозаврам задание сражаться до смерти. Джип, не уезжай, блин. Не уезжай, сказал. Ну как до смерти, блин, он же сдохнет. Я знаю, что лечить можно. Но сейчас нам говорят позволить до смерти, блин. Ну? Позволить, нет? Позвольте назад сражаться до смерти. Ну, позволяю. Давайте я вылечу все-таки. Вылечу его. Чуть-чуть. Не убивай его! Он жив, нет? Вроде поднялось там, нет? Мертвый динозавр. И? Теперь опять же проиграл? Я теперь опять проиграл? Я так и не понял. Давайте я тоже вылечу. Что с заданием? Я так и не понял. Потому что там было написано, что позвольте динозаврам сражаться до смерти. В чем прикол, блин? Новое сообщение. Мы наблюдаем за противником, что за бред? Чтобы лучше его понять. Что за бред? Не сомневайтесь, динозавры наши противники. Нам важна любая информация об их поведении. Да я понял, ты говно собачье, блин. Какого хрена Дина умер, а мне сказали там все-таки дать им убить себя? Я не пойму, блин. Так, еще раз пробуем. Я вылечил их, одного и второго. Актив не болен. Вот так вот. Но по-любому у нас справа написано: позвольте динозаврам задание сражаться до смерти. Вот они сражаются до смерти.
Только ты не вмешивайся. А, устроил драку. Динозавры сражаются. Да я это знаю. Тихо-тихо, у кого мало здоровья? Да не убегай ты! Есть контакт. Не плевайся. Не-не-не-не-не! Дальше. Дальше смотрим. Лечим их, лечим. Не знаю, если это поможет, я не знаю. Как бы я поднимаю им здоровье, но написано, чтобы они умерли до смерти, блин. Позвольте динозаврам задание сражаться до смерти. Ну и кто кого там, что там? Ага. Ему хочется пить? Эй, его не трогай. Давайте, на всякий случай. У кого-то мало здоровья, давайте тоже. Такс. Не бейтесь. Юга. Попал. Драка жесткая. Бойня, блин, вот реально бойня. Сейчас они это от моих шприцов сдохнут. Да. Подняли здоровье, отлично. Тебе тоже. Живите, короче. Долго я их тут, короче, оставил, чтобы они это вот сражались до смерти. Ну, в смысле, я их лечил. Ну, давайте подождем все-таки, чтобы они, ну, дрались до смерти. Потому что я это уже 5 минут уже как бы жду, чтобы один из них сдох. Сражаться до смерти. Ну вот, сражайтесь до смерти. Падай. Падай, блин. Наконец-то. Вот так вот, да. А ты жив. Да, не умрешь, надеюсь? О. Наблюдатели доктора Ву должны изучить победителя. Нужно обеспечить их безопасность. Хорошо, что меня здесь не было. Хм. Много крови было, да? Странно. Когти, зубы, рев. Все это определенно не для меня. Да я. А почему, кстати, сейчас у нас задание как бы выполнилось? Секундочку, он жив сейчас? То есть он жив, нормальный, короче, здоров, все у него хорошо вроде бы как. В надежном загоне сказали, чтобы он был в надежном загоне. Да у него все нормально, как бы. У него и загон нормальный, у него все вообще отлично. Понравился джип, как я понимаю, да? Теперь все получилось. Я как бы чуток не пойму, почему. Очень прямо не пойму, почему. Но! А мне кажется, у меня есть ощущение, что я все-таки понял, почему. А, понятно. Секундочку. Он, короче, дрался не с тем динозавром. Понял? Да иди сюда, иди, говно, сюда. Он должен в убежище остаться. Стой. Стоямба. Проводится ремонт. Ремонт. Ай, говно, блин. Собака. Сволочь. Вот сы. Понял, короче, в чем прикол, почему у нас все это не получалось. Должны, короче, сражаться именно те динозавры, вот эти, у которых есть пометка задания отдела безопасности. Вот эти вот динозавры и должны сражаться. А у меня сражались вот этот вот, у которого такой меточки не было. То есть, сражаться да должен этот, у которого есть такая пометочка. Типа для задания. Хорошо, ты куда уезжаешь? Ты мне нужен будешь, ты будешь чинить забор мне, блин, 4 минуты. Так что... Говорю просто тем, кто будут играть в эту игру и не знают, как говорится, ну, в чем прикол, как бы, и почему вот так вот получилось. Давай, вот добивай его. Я буду ехать на машине и чинить забор. Пока этот дебил... Наблюдатели доктора Ву должны изучить победителя. Да. Нужно обеспечить их безопасность. Обязательно. 4 минуты. Хорошо, мы будем обеспечивать безопасность. Много вот так крови вот. Было, да? Конечно. Когти, зубы, рев. Все это определенно не для меня. Он сейчас убежит, сейчас рваться сейчас будет выходить из забора. И мы должны ему дать этого сделать. Я не хочу просто тратиться там на осу, там за здание, которое там их... Кстати, может, все-таки сделаем, но сейчас как бы поздновато. Сейчас он будет по-любому убегать. Тихо-тихо, не бейся. Сейчас он убегать будет, по идее, да? И я, наверное, не успею сделать это здание. Да, злится он. Это нормально, вот за этим надо наблюдать. Да, будем, короче, его защищать от побега. Так, кормушечку заполнили. Да-да-да, куда тебе? Куда? Ага. Ага, ломать забор? Говно, блин. Ломать забор хочешь? Это еще сдам, сейчас ломать забор. Сейчас я тебя...
Вот так вот. Вот так вот. Где ты его ломать будешь? Я вот так вот сделаю. Как я такой нюанс? И! Что-то он передумал ломать забор, да? Сейчас это сделаем здесь, короче. Машина, не уезжай. Вот так вот, пусть будет. Два заборчика. Так, с машинкой уезжает, это плохо. Тихо. Не-не-не-не, куда? Тихо, закрой ворота. Закрой ворота, отлично. Злится, говно, блин. Негодяй, блин. Злится он. Для задания это... Вот это вот, да? За ним надо наблюдать. Такс. Отлично, пусть злятся на машину. Это хорошо. Ждем, короче. Пока угомонится. Че, уже не злится? Смотри, у него нормально все уже. Уже не злится. У него же его комфорт. Да не уезжай ты, блин. Не уезжай, ты мне нужен будешь. Он уже не злится. Уже прошел, короче, момент, когда он злился. И все у него стало нормально. Так что задание почти что закончено. Еще две минутки подождем просто. Да, нифига, короче. Злится по-любому. Прорвал. Нифига он не прорвал. Нормально все. Хочешь убежать? Идет ремонт. Ой, а там я не успею ремонт сделать. Погоди. Забор что-то сделать. Помехи. Понял. На всякий случай убираем. Убираем дорогу. Пусть он там остынет. Я ему еще третий загон сделаю. Будешь у меня тут как миленький. Говно, блин. В загоне сидеть. Вот так вот. Вот так вот. Вот такое вот задание у нас есть. Как бы мы можем все это вот, ну... Может по-другому даже сделать. Но я решил вот так вот сделать. Вот тебе тройная защита. Ты в загоне. Да, ты в загоне. Вот, на тебе. Ну, потратим пару тысяч долларов. Но это не страшно. По крайней мере, у нас будет все шикарно. И задание будет пройдено. Это даже я тебе могу убрать, смотри. Чтоб ты зашел обратно, смотри. Заходи обратно. О, ты свободен. Уже не злишься уже. Нормально, 12 секунд, друзья. 12 секунд. Осталось, и мы получим миллион долларов. Там что, другой бьет забор? Не? Там вообще другие, блин, забор сломали. Вообще другой сломал забор. Ну как же так, блин? С другого загона. Так, задание пройдено, отлично. Доступно прочное электрическое стальное ограждение. Но похоже, доктор Ву и его ученые получили необходимые данные. Отличная работа. Радуйтесь, что нам не нужно все это разгребать. Конец связи. Не понимаю, чем они вот здесь занимаются. У них должно быть и без того достаточно данных после тех аномальных событий на островах, чтобы понимать, как динозавры бьются и убивают друг друга. И нас. Нет, должно быть что-то еще. И я узнаю, что. Да, ты узнаешь, что. Ты обязательно узнаешь, что. Блин, я уже заколебался все это вот химичить. На, ты закрыт. Все, говно, блин. Сволочь такая. Короче, надо построить этот эту хрень, оса, или как она называется, чтобы выводить этих динозавров вообще на вертолете, улетать с ними к хренам собачьим. Друзья мои, на этом мы заканчиваем. У нас крутое задание было выполнено. Дракорексик, кстати, с модификацией. Где он у нас? Дракорексик. Вот у нас дракорексик с модификацией. Выпустить динозавра с модификацией и выполним еще одно задание таким вот образом. Модификация у него там была что-то там с стойкостью или... Я уже не помню. Но самое главное, что вот это вот задание у нас выполнится. Это есть очень круто. Если вам все понравилось, не забываем поставить палец вверх, типа лайк. Поддержать, как говорится, видосик, канал и игру, наверное. Ну а тебя я выведу отсюда. Открытое достижение. Все, что есть в парке. Подделка. Да, нормально. Выпустить динозавра вида Дракорекс с модификацией. Я вроде выпустил. Вот. Дракорекс. Или это не то? Я не того выпустил? Хм.
Странно. Вывести динозавра. Вот. Выводим. С модификацией? С модифицирован. Давай. Еще раз. Да, ну короче, с этой модификацией мы уже разберемся в следующей серии. Друзья мои, всем удачи и всем пока. До следующего видоса.